Почти 500 мероприятий было проведено в городе на новогодних праздниках. Организаторы постарались сделать их интересными для всех. Здесь и досуговые площадки, различные соревнования, ярмарки, праздники во дворах. Основная задача – обеспечить безопасность и занятость во время каникул – была выполнена. Начиная с 20 декабря мы открыли ярмарку. 31 числа большинство наших жителей были на Театральной площади и имели возможность увидеть яркую праздничную программу. Вы, наверное, тоже видели красивейший салют, фейерверк, который в этом году у нас прозвучал. И, конечно, праздники продолжались вплоть до 9 числа, они продолжаются сейчас. На этом череда мероприятий не заканчивается. На этой неделе запланировано 2 больших соревнования. По их итогам будет сформирована команда, которая представит Анапу на краевом уровне. Пройдет 2 первенства города. Первенство города по дзюдо. Оно состоится у нас 14 числа января. Пройдет он на базе детской юношеской спортивной школы номер 10. Мы готовимся к первенству Краснодарского края. Будет формироваться сборная команда города для участия в данных соревнованиях. И пройдет первенство города по боксу, которое начнется у нас 12 января и продлится до 16 января. То есть в этом соревновании у нас тоже задачи стоят формирование сборной команд, потому что это первое соревнование в начале года. И в дальнейшем уже будет костяк собран такой спортсменов, который будет и представлять сборную команды города Анапа на краевых соревнованиях. Наряду с ближайшими соревнованиями обсудили также и проведение соревнований будущих, а также популяризацию норм ГТО.